Доброе утро всем. Небо пока чистое. Так, я иду, знаете, что хочу? Бочку эту вылить и занести ее в сарайку на зиму и высыпать туда кукурузу. А то кукуруза стоит в мешках, а там мышки могут быть. Поэтому нужно поставить ее в бочку. Сейчас я бочку в малину вылью. А то она замерзнет все равно. Оп. Все. Сейчас. Маленько ее подниму. Наверное, ее маленько сполоснуть надо будет. Сейчас там шланчик включу и сполосну. Девчули, доброе утро. Как дела? А ты просишься туда, да? Иди. Иди. Иди, иди. Заходи, подружка, заходи. Ой, она так прямо мечется, просится. Запустила ее. А где еще та одна? А ты что, замерзла? Еще такая. На одной ножке стоишь. На одной лапке стоишь. Так, что мы тут наделали? Все поперевернули. Накормила их с утра. Так, водички надо налить. Сейчас налью чистенькой. Травушки. Смотрите, не успею зайти. Видите, что творят? Заходи скорее. Заходи скорее. Вот. Как они по-шустрому. Ничего не успеваю. Только дверь открою, все. Так, нате вам травки. Так, сегодня у меня они такую будут мелкую есть. Не привязывать нечего. Сорвала все там листья какие. Попались мы. Давайте. Ешьте. Так курицу навалила, ой, не могу. Кулемы. Кулемы мои. Так, я пошла место готовить под бочку. Сейчас я покажу. У меня вот здесь два мешка кукурузы стоит. Видите, крупная. А молоть ее нечем. Но я боюсь, что мышки будут грызть здесь. И они у меня ее перетаскают за зиму. Поэтому мне надо как-то тут порядок навести, освободить. И поставить бочку вот здесь вот. Так что сейчас я буду ставить. Лезет она или нет. Так, ну, в общем, я ее сюда затаранила. Убирайте, как дышат было в прошлом году. Помните, они на ней
когда маленькие были, сидели. Так, ну все, сейчас вот эти два мешка даже придет и высыпет. Здесь у меня зерно, а здесь будет кукурузка. Нет еще мышей? Не разгрызли? Ну, вроде не. Ты один поднимешь или помочь? Поднимешь, да? Полбочки получились. Потом дробилка будет, будем вам дробить. Так, девчули, все нормально? А ты что, прыгаешь? Ешь травку, я тебе кинула. Не хочешь ни в какую, да? 15 ноября. Мы еще цветем. Видите, я пришла обрезать желтенькие и закопать их, чтобы они не вымерзли у меня зимой. Так, жалко, конечно. Но они уже, видите, начали. Неделю они, наверное, простояли, может, больше. А эти-то нет. Эти у меня мои цветочки, которые уже здесь второй год. Поэтому они еще не вянут. Я пошла на улицу обрезать розу, которая превратилась в шиповник. Так что идемте со мной. Так, вот эту вот я хочу розу обрезать. Видите, она превратилась в шиповник. Не знаю, я не видела, чтобы это такое было. Но я ее обрежу, какая уж она будет, я не знаю. Шиповником или розой. Но, скорее всего, это уже не исправить. Сколько шиповника, смотрите, да? Так-то, по идее, его можно собрать. Но он тут у дороги, так я как-то не хочу. Хоть сильно машины у нас здесь не ездят, но шиповник продается. В принципе, много. Ну вот, пообрезала этот шиповник. Собрала клещевину, которая у меня здесь лежала с прошлого раза. Так, остается мне хосты оборвать. Вот эти замерзли. И веточки вот эти еще собрать и все это сжечь. У нас все это колючее, конечно. Надо. Но я на тачке все это вложу. Так, все, сделала дело. Сколько сегодня минусов было, а цветочки стоят. Так, это что, уже и трава выросла? Надо травку мне на эту вырвать. Видите, как красиво. Все стоят. Чуть-чуть подвянут и снова. Вон этот вообще прямо красавчик. Ветер сегодня, конечно. Хотелось бы что-то поделать, но может с обеда закончится, не знаю прям. Друзья, там один комментарий у нас был по поводу вот этого шифера, что он стоит на стене. Видите вот этот бетонный столб, это бывший забор. Вот, вот бетонный столб. Так вот, вот эта вот куча, вот вся практически, вся она облокочена на бетонный столб. А вот эти это обрезочки, они, конечно, на окно. Вообще, раньше здесь был забор, он вот так вот стоял, деревянный, но он развалился, и поэтому так стало у них. Вот, в этих комнатах они не живут, у них там просто как бы склад всякого барахла. Поэтому они не возмущаются и никаких претензий не предъявляют по поводу того, что у них там окно закрыто или еще что-то. И я, например, не хочу, чтобы в мой огород смотрело чье-то окно. Даже если бы вот этого всего не было, мы бы построили вот этот забор даже из этого же шифера и закрыли бы их окна. Потому что так некрасиво. Вот. Так что не переживайте, не завалится никакая стена, тем более стены здесь крепкие, у них кирпичные. Бетонный столб этот держит. Все. Кто бежит?
убежит, моя куколка бежит. Ты где была? Не здороваешься со мной? Смотрите, что я увидела. Что-то я не обращала внимания. А тут, оказывается, кампсис-то у нас залез в забор и растет. Мы хотим теперь вот эту вот веточку отпилить, а это пусть идет. Она и красиво будет смотреться, и не будет распирать забор. А то он так и попрет, и попрет, и повырвет мне забор. Кампсис вообще очень агрессивная лиана. Но она здесь была. Поэтому вот эту вот выпилим, уберем. Да тебя, конечно, снимать надо срочно. Ой, срочно, ой. Срочно-срочно тебя снимать надо. Да, моя девочка. Да ладно, ой, ты такая любовь прямо. Соскучилась, что ли? Соскучилась, девчонка моя. Вот так, вот. Поточи коготочки, поточи. Вот, вот так. Ой, что такое, скажи? Крутанулась прям, непонятно. Так, ну что, отпиливаем эту веточку. Да, вот так ее отпилим, и все, этой нам веточки достаточно будет. Она хоть держит газовую трубу, а эта точно нам не нужна. А то она уже поперла. Да, тебе ее придется прям кусками все распиливать. Пока вот сейчас утащим лиану. Это кампсис. Он, конечно, красиво цветет, но он может так разрастись, что потом не знаем, а что с ним делать. Нам вот этой одной лианы достаточно. Она красиво так стоит, видите? Если вот так смотреть на нее. Летом-то я ее часто показываю. Прям она такая красавица. Друзья, мы все выпилили. Ой, ветер, конечно, сильнейший. Это ужас какой-то. Посмотрите, как красиво стало, да, уголочек там светлее будет. А там у меня что, в уголочке вот новенький этот сидит. Кустарничек. И больше ничего. Здесь так будет светленько.